Здравствуйте. Я сегодня вам покажу, что я приготовила на завтрак из 3 яиц. Мне понадобится 3 белка, 3 желтка, 3 столовые ложки молока, 2 кусочка рыбы. Это консерва сардины в масле. Зелень, соль, небольшая луковица и специи по вкусу. Мелко нарезаю лук. Всыпаю в тарелочку с рыбкой и все это так размешиваю слегка и разминаю рыбку хорошенечко и перемешиваю с луком. Мелко нарезаю зелень. Зелень по вкусу. У меня в данном случае петрушка. Небольшую часть зелени добавляю в рыбу с луком и перемешиваю. Белок присаливаю, чуть-чуть соли и слегка взбиваю. Слегка. Все. Наливаю в сковородку пару капель растительного масла. А затем беру кусочек сливочного масла и разогреваю маслице на сковородочке. Масло разогрелось хорошо. Теперь я выливаю белок на сковородочку, так обволакиваю, как блинчик жарю. Вот. Вначале сковородочка на горячем огне, а потом я уменьшаю огонь. Блин получился из белка, белковый блинчик. Я его перекладываю в тарелочку. Вот. Желтки присаливаю, соль по вкусу. Добавляю 3 ложечки молока. Затем слегка взбиваю. Ну, в принципе, перемешиваю. Хорошенечко перемешиваю. Перемешала. Разогреваю сковородочку, кладу кусочек масла сливочного. И разогревается масло. А затем на горячую сковородочку и маслице я выливаю желток. Желток, который я перемешала и слегка взбила с молоком. Все. Вот блинчик из желтка тоже готовенький. На блинчик из белка выкладываю блинчик из желтка. Я сразу выкладываю, постараюсь аккуратненько это сделать. Видите, как оно снимается. Все. Так. Сняла. Затем, итак, блинчики готовые. Сверху это типа травки я делаю. Зелень. Сейчас я всю зелень сюда нанесу. Так, немножечко распределю эту зелень, чтобы было красиво. А затем, сейчас я вам скажу, что я буду делать затем. Я же хочу, чтобы было красиво, правильно? А затем я выкладываю эту рыбу, консерву. Вот такой колбаской. Как видите, два кусочка даже многовато. Можно было взять один кусочек рыбы, а не два. Вот так уже получилось. Ну, если осталось, ничего страшного. Эту рыбку можно добавить майонез. И что? И скушать. А теперь я буду скручивать таким рулетиком это все. Так, извиняйте, что руками. Вот. Другого инструмента у меня нет. Вот рулетик получился. Я его, он немножечко пусть постоит. Вот так вот. Сейчас я возьму нож и буду нарезать. Ну что, осталось нарезать на кусочки. И показать вам, какая там красота. Обычная красота. Вот, главное, чтобы вкусно.